Всем привет! Ну, как вы видите, я достал столбик и готовлю опалубку для того, чтобы делать следующий. Ну, вроде бы получилось неплохо, поэтому вполне можно продолжать делать такие же самые. Ну, время покажет. Бетон буду делать, как рекомендует производитель, B25, марка 350, в таких пропорциях. Одна часть цемента, полтора песка, две части щебня и 0,7 воды. Вот так вот все оставляем застывать. Все, можно замешивать растворчик, ставить здесь маячки, на той стенке маячки и штукатурить. Все маяки, можно сказать, установлены, ну, кроме вот этой вот стенки, где щиток будет, к ней еще рано подходить, пока будем делать вот эти кирпичные. Ну, немножечко раствора осталось, пару ведер в бетономешалке, так что сейчас начинаю штукатурить.
потихоньку. Ну что, дадим раствору немножечко застыть, схватиться, и потом затрем эту часть. А пока вот у меня остался растворчик, это последний растворчик на сегодня, я забросаю его здесь. Сделаем первый такой слой. Ну что, на сегодня все, хватит. Продолжим уже завтра. Здесь сделан наброс, вот эта часть готова, угол тоже готов, с одной стороны, с другой стороны. Тут этот уголок сделал, маячки все стоят, немножко наброс на стенке. Ну, вот как-то так. В общем, за эти выходные сделано немного, но все-таки больше, чем ничего. Сами видите, сколько сделано. На этом я с вами попрощаюсь, до новых встреч, всем пока.